Зимние забавы – залог здоровья и отличного настроения, особенно когда сессия позади, а вся Россия отмечает День студенчества. В свой первый профессиональный праздник, который объединяет будущих врачей, юристов, педагогов и строителей, студенты встретились, чтобы узнать, кто из них самый ловкий и задорный. День студента – это праздник, это веселье и осознание, что ты уже взрослый, если это первый год для тебя. Все как-то так по-домашнему, весело, задорно и круто, что хочется каждый год оставаться, всю жизнь оставаться студентом, отмечать этот праздник каждый год. Вот я первый раз на таком празднике, очень нравится, вообще прикольно. Бодро, ярко, хорошо, классный праздник. Всего в регионе в честь Дня студента запланировано более 50 мероприятий разного формата, в том числе старт звездного похода, который отправится по местам трудовой и боевой славы в 45-й раз. Центральной же площадкой праздника ежегодно становится один из ведущих вузов Рязани. В этот раз гостей встречало Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Сегодня здесь собрались лучшие студенты региона, сильные, целеустремленные, креативные, можно сказать, актив нашей рязанской молодежи. Около 400 студентов высших и средних специальных учебных заведений были разделены на 18 команд. Организаторы подготовили для них более 20 заданий, среди них катание на санках, бег со связанными ногами и многое другое. Но открыл спортивную часть праздника традиционный забег Татьян. Татьяна Ефремова участвует в нем уже второй раз и дважды приходит к финишу первой. Я просто вообще занимаюсь спортом, занимаюсь танцами, вот поэтому, наверное, все логично. После индивидуального этапа команды сражались в групповом. На каждой станции нужно было выполнять задание и получить отметку в путевом листе. Команда с наивысшим результатом станет лучшей из лучших и унесет с собой заветный кубок. Но главное все же общение и новые знакомства, которые в этот день здесь нашел каждый.